лучшего утра, любезнейший князь, я вот тут гуляю, кругом одна грязь. Хотел вам напомнить наш вечер каков. Сегодня визит гостей знатных чинов. Я помню, Семен, ты мешаешь сейчас. Прошу удалиться и скрыться от глаз. Вас, князь, ваша милость, позвольте, но как? Ждет подписи ваших, то важных бумаг. Я вот и перо, и чернил захватил. Стараюсь, волнуюсь, и не угодил. Бумаги потерпят, уйди же, Семен. И прими свой обезьян. Ну что вы, владыка, меня тут и нет. Как будто бы клином сошелся весь свет. Но к милости вашей последний вопрос. Что это за люди, кого черт принес? Кончается терпение, нет от него спасения. Всего лишь тот же счет, получишь ты расчет. Ты явно границы не знаешь, Семен. Вопрос неуместен, пойди сейчас вон. Бумаги оставь в кабинете, теперь ты за них не в ответе. Я что-то не понял слов ваших значения. Неужто осмелились по волнению? Все правильно понял, сейчас же уйди. Смирюсь, удалюсь, с вами обезоружен. Служил я верой и правдой, но да, не шибко гладко. Но чем я вам не угодил, то для меня загадка. Хотел я лишь напомнить ваш вечер каков. Сегодня визит гостей знатных чинов. Кончается терпение, нет от него спасения. Всего лишь на счет, получишь ты расчет.